Так. Так, еще раз всем привет, кто смотрит на YouTube-канале. Вот единственный, наверное, ролик, который получился без рекламы, потому что человек, который ставил рекламу, он не поставил записи. В общем, все. Слава богу, вовремя заметил. Ну, что-то 1-1, и для YouTube-зрителей это только плюс, поэтому ничего страшного. Так, ну, смотрим, УЗИ. Ну, УЗИ, конечно, сыграл в эко вообще грубо, просто грубо. Хэппи. Контрит 15-ку. Ну, и, как видим, Mouse Sports, в принципе, здесь действует пока что очень-очень предсказуемо. Ну, по крайней мере, мне так кажется, потому что... Так, 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 пытаюсь звук отстроить. Мне еще кажется, что и со звуком беда какая-то. Короче, не знаю, кто здесь приходит в эту студию и без ведома комментаторов устраивает с микшером какой-то непонятный тонал-карнавал. Так, ну, в общем, Mouse Sports разменялись. Разменялись очень эффективно и выгодно для себя. 4 в 3 они остаются и попробуют показать такие же пистолеты. Короче, нас еще ждет эта игра в 30 раундов и следующая игра в 30 раундов. Потому что французы сейчас совсем какие-то не алё из LDLC. Никакого давления не оказывают на своих оппонентов. Совершенно спокойно отыгрывают пассивочку. Ну вот Хэппи правильно сейчас все делает. Слышит то, что на Б заходит банда. Крис Джей будет его чекать. Сразу хедшот. Минус леги. И Спиди падает. Ну вот четвертого не услышал. Тапсон отыгрывает на ура. И Апекс его должен ловить. Что скажет УЗИ? Так, Апекс сейчас рискует. Вот Апексу надо сейчас дефузить. Все, что ему нужно делать, это дефузить. И... Ну он идет на хелпу, конечно, да, с 4 хп. Какой ты молодец. УЗИ дает третий раз уже. Все, это точно деф. И о, ну Тапсон просто не идет, думает, что тот терпит. В итоге, как так-то, как, а как ты задефузил? Ты же не дефузил. Ну и УЗИ его еще на классе добивает 2-1. Тем не менее, бомба стояла, и для Mouse Sports это не лишняя бомба, которая дает им экономику на 3-3-3-7. Но бай-раунд делать, конечно, здесь рисково, очень рисково, потому что только начальная стадия раунда, начальная стадия матча. Ну, Легия, например, решил взять Галил. Второй армор тоже неплохо. Хотя нет, все-таки сделали волевуху. Ой, зря. Ой, зря. Потеряли время. Соответственно, это просто гиперпассивный стиль. И, наверное, даже... Ну, тут подойдут под мидл, наверное, только к 50-й секунде. И то, если захотят, Легия с Галилом будет действовать первым. И за ним дом. Нет, встает на контроль маньяк на чеке дуги. И немцы как-то непонятно. Немецкая команда действует в сторону Б. Вот то ли Б, то ли мидл, непонятно. Они просто вышли на центр, думали, что там будут гранаты, смоки какие-то лежать, а там тупо ничего не лежит. Ну и маньяк изолируется максимально удобно и прям под тайминг на дуге. Он понимает, что если пойдут, то пойдут сначала на кар. Ну вот, чекает его. Но тут нужна хелпа, отпускает игрока и дает флешку. Убедительная флешка, 3 белых. И он не заметил. Посмотрите, на волоске от смерти висит маньяк. Заметил! Заметил в последний момент, топнул! А... Нет, или заметил, непонятно просто. Все, второй смок влетает в упор, залетают флешки. И все, словил белого. Ну тут он уже не выживает ни при каких обстоятельствах. Хэппи откидывает с дерева. Слышит Крис Джея рядом, убивает его, пытается отспрейться. 4 в 4. Вот как Mouse Sports зашли на Б, это, конечно, тонкое искусство. The Art of Gaming. И раньше это было их, не знаю, их что-то вроде... Ну не гимн, а вот даже как это правильно описать. Их так называли. The Art of Gaming. Потому что реально играли парни красиво. И сейчас они отыграли максимально красиво. Я не знаю, чей это раунд, но... Нуки, ого. Добил. УЗИ 2-2. Короче, качели. Качели с самого начала. Я не знаю, то ли французы слабые, то ли немцы непонятные. Хотя в Альтернейт тоже непонятные парни вот сегодня отыграли как-то неуверенно. Но вторая половина вроде была более-менее. Ладно. Читаю твиттер, пока у нас такие моменты. Там 7 новых откликов. Передай привет Антонису. Hello from New York City. Have fun, good luck, пишет ZZ1K. CSGO player. My stream. Живет в Нью-Йорке. Красавчик. Очки просто как у я не знаю кого. Похож на какого-то брата Блюз. Это модные очки, кстати, да. Модные. Ничего плохого не говорю. Ладно, матч продолжается. Давайте смотреть его, не на очки. Хотя... Хотя можно посмотреть и на очки. Mouse Sports на данный момент занимают, друзья, 12-ю строчку рейтинга SLTV Star Series этого сезона.
проводят свои матчи с переменным успехом 3-6, играют в минус, играют хуже, чем их соотечественники из клуба Alternate, которые, кстати, дерби клубное у них выиграли на Старладдере. Но вот мне кажется, матчи Мауса Атакс, они, конечно, интересные, да, где-то для немцев принципиальные, но вся соль в этих матчах именно заключается в том, что они должны играть на турнире, на котором этот матч реально, результат, за которым, за результатом этого матча все наблюдают. Вот на Старладдере это не так ярко, но, например, если взять, к примеру, Бундеслигу, там поярче. Короче, сейчас будет опять приняты на пистолетах немцы. Нет, нет, не дали сыграть здесь Квикли на максимум. Но еще с Б3 остался Апекс, Апекс, 20 кп остается у Спиди против Хэппи, ищет Хэппи, Хэппи нет, он бежит с КТ, забирает бомбу Спиди. Ну, вот Хэппи сейчас на самом-то деле не понимает, в каком он преимуществе. И воу-воу-воу-воу, но Спиди лезть на него не будет. Скорее всего, Спиди сейчас просто зажмется, ставится бомба, 1 секунд до конца оставалось, выходит Хэппи. Попытается застать врасплох сейчас также Спиди его, как и Хэппи. Ну, кривая флешка, и Хэппи просто добивает спокойно красного игрока. Я не знаю, они что, договариваются, что ли, перед тем, как играть раунд, кому он достанется? У меня возникает просто вопрос, что за унылость такая? Почему не можете сдержать точку? Почему не можете бить пистолет? Вы заметили, как Маус Спорт заходит? Заходил один Крижей, остальные стояли, что-то ждали. Крижей зашел на кафель, его тиммейты должны были чекать ему левый, никто не прочекал ни двойку, ни тройку. И в итоге все закончилось опять таким вот непонятным, такой вот непонятной жестью. Так, ФХФ, матч на паузе, что-то у французов. Маньяк пишет новую идею, Ready Go пишет Спиди. Маус Спортс, по-моему, что-то произошло, я не знаю. Но эта пауза какая-то была реально сомнительная, прям на несколько секунд. Никак у кого-то опять недержание, побежали в туалеты. Такое может быть. Ну, вы не переживайте, такое реально может быть, оно ж бывает. Так, давайте. Давайте, давайте, Маус, давайте. А пока что спешу сообщить, что я вот наблюдаю, например, за раскладами, и в Counter-Strike Global Offensive стало играть намного больше народу. Это радует. Очень радует. Так, ну Маус, видимо, решили конкретно подойти теперь к процессу игры против пистолетов и девайсов, чтобы сразу же все-таки на эко вывести врага. Но вот все раунды первые, как бы, да, ого, тут статистика не прогружается даже за 5, как мы видим. Да, статистика не считает. Походу, конфиг ее отключил, к сожалению. Но мы с вами понимаем, что все раунды, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, как бы, да, они все были очень напряженными. И LDLC выигрывают здесь буквально на соплях. И Mousesports смогут, в принципе, им ответить. Но сейчас у них какой-то сомнительный раунд вырисовывается. Оставляет одного Спиди на Б, а они надеются втроем успешно атаковать Upland, закидывая дымом предварительно Квикли. Но заходит на 15, и ой-ой-ой, все в арку просто ложатся от Хэппи, бомба падает, полная задница, Спиди вышел, но чё толку-то? Ты один на Б, 27 секунд в его распоряжении. Что он будет делать, я не знаю, ну и с разменом. Ну вот с разменом только так, если заканчивает все это дело. Мстит Хэппи, но тема в том, что Хэппи уничтожила. Вот команда Mousesports крайне неуверенна. И ситуационно играть так же, как это делали их соотечественники из Alternate, не могут. Но если у тех в соперниках был Майам, то тут куда дела серьезнее. Здесь LDLC, который Inferno, в свою очередь, играть не то чтобы не умеют, или играют плохо, или играют хорошо. Они его любят играть. И вот с такой командой вы ничего не сделаете. Не знаю, впереди еще клан Мистик, конечно. Это план мести. План Мистик, план мести. Я не знаю, как это описать. Так, Квикли минус Степсон. Апекс. Контр-центр. Минус Крис Джей. Ложится дымы на центре. Апекс сшивает еще и в Спиде. Ну и тут пистолетов Mousesports просто не дают показать. Но во многом виноваты. Они сами могли бы просто сыграть слоу-плей под Б. Но французы тоже сразу законтролировали ситуацию. Просто не дали парням сыграть свой раунд. И Маус, по-моему, не парились. Понимают они, что брать пистолеты это одно, а вот выигрывать девайс на раунды другое. Три раунда преимущество за LDLC. Поджим с Б-плента, по-моему, планируется. Хэппи дает сейчас смок на яму. Давайте посмотрим на него. Да, смок ложится. Ну, Маус уже просто не успевает чекнуть. Идут сразу же в миду. В медле их ждет Апекс, врывается под флешку. И зашивают Апекс. Ошибся француз. Ошибся француз в первую очередь в своих силах. Нужно было понимать, что не получится. Хэппи дожимает, но все это дело заканчивается разменами. УЗИ умудряется с двадцатки подобрать. 3 в 3. Идет стяжка с Б-плантом. Маньяк вырывается 15. Чекает. Дает инфу, что пусто.
Ну и бомба лежит как раз-таки именно с пятнахи. Ее будут защищать и маньяк, и Узи. И ситуация для Маус крайне критичная. У них нет игрока, который может зайти. Ой, выкурили. Ой, красава, Нуки, Спиди в паре. Просто в паре, как надо, разыгрывают. Мажет ЦВП, вдобавок ко всему квикли. И на него просто можно не выходить, поставить бомбу и сидеть закрыто, поджав булки. Это самая лучшая тактика, чтобы здесь взять. Но что-то квикли съел сегодня. Ну вот возьмет на реакцию он здесь. Ай-яй-яй, Спиди не возьмешь. Спиди слишком быстрый, и это 5-3. 5-3, немецкая команда догоняет потихоньку своих соперников. Но это плановый раунд в атаке. Вообще странно, что взяли, а вот огромный дизлайк, конечно, можно поставить самим парням из LDLC за то, что очень плохо заняли позиции на, когда бомба лежала в предсказуемой ситуации. Маньяку нужно было стоять в пленте. Почему Узи вышел из этого ящика, непонятно. Вот яркий пример игры от этого центрального ящика, я считаю, вот из наших, наверное, да, игроков, это Егор Маркелов, потому что именно он, ну, вот прострел с дымом. Вот так вот Крис Дженни удачно начинает в раунде, в котором вроде бы покупал или не покупал. Давайте посмотрим, что из него вывалилось. Так, ну оно либо в стенку бы улетело, либо где-то здесь бы было. Но судя по билдбаю, то там у него не было авика. Ну или... или непонятно. Ну просто если там было АВП, то это как-то уже глуповато на самом деле. Ну сами понимаете, да, что вот... мега нереально. Так, ну и что будут делать сейчас у нас игроки команды? Так, флешечка на Б и квикли, в принципе, здесь. Ну, Кьёли, да. Или квикли. Ну, можно его по-разному называть, но он жестко играет. Зовут его Ховик Товмасян. В национальности он армянин, знает русский. Маньяк. Урабатывает Нукина в роли бомб кэрри. 3 в 2. Есть шанс у Маус Спорт зацепиться. Но вот если сейчас пуш... Да, будет выбивание. Будет выбивание, по-моему. Да-да-да, Apex запускает. Он просто заходит в наглую, крушит. Второй дает инфу, но и Легию здесь проблем забрать не остается никаких вообще. Вот если бы Apex убивали, то... выигрывая перестрелку на хлп, можно было бы просто принимать спокойно церковь и ставить бомбу одновременно. Проблема бы не было. 6-3. Вновь LDLC навязывают свою игру. Матч, по-моему, в таком ключе будет дальше продолжаться. Ну, по крайней мере... я бы хотел так думать. Так. Твиттер. Твиттер нам говорит, что я начал играть в КС. Дот надоело. Пишет у меня. Пишет мне Алекс44рус. Ник у него Элвис. Ну, ты встал на путь истинный, друг мой. Ты начинаешь играть в игру, в которой, если можешь, то играешь. Не, вообще в КС раньше играли не из-за графики, еще что-то. Просто это КС. Реально КС. Конечно, всегда было приятно играть. Так, ну очередные чешки от Mousesports. На этот раз снова под аплент и безуспешно. Кстати, все раунды они брали под Б, один рисковый на А. 7-3, LDLC, по-моему, уже окончательно перехватили инициативу. Как мы видим, не дают играть Крис Джею. Экономика под постоянным напряжением у немцев, и это большая проблема. Крис Джей еще ни разу не покупал снайперскую винтовку, а если покупал, то ему с нее играть просто не позволили. Кто здесь виноват, я не знаю. Как здесь виноват, я не знаю. И... все, в общем-то, на совести команды LDLC. Потому что именно они не дают играть Крис Джею. Бедняжка. Ну вот он бегает просто потерянный, не знаю, с Б на А со своей чешкой. Пытается что-то придумать. Он даже не хочет там девайс попросить, дроп или купить себе АК. Или сыграть без армора. Он уверен. Ну что ж, дом у Маус занят. Мидл контролируется, дуга тоже. LDLC пока что инициативы никакой не создают на аркаду. Хэппи планово перестраивается на библу. Ну, он, наверное, сейчас останется просто стоять вот здесь, чтобы если что потом прийти в библиотеку. Или пойдет все-таки. Да, пойдет к маньяку. Тот то ли начекал спиди, то ли увидел привидение. Я не знаю, игра 20-ки, Апекс промазал. Вот надо было его сейчас просто... ну, ретейк по Апексу надо было делать на 20, пока Крис Джей подбирал девайс. Тот ушел, пытается реализовать ЭКМ на 15, но тайминги совсем не те, и LDLC просто застреливают. И отстреливают команду Mousesports на медле при их последнем закупе, последние деньги, которые мог им принести четвертое очко. 8-3. LDLC как никогда хорошо. Экономика их, посмотрите, 7-8, 5. Там денег просто можно с ума сойти. Маус нужно делать сейчас, принимать решение. Крис Джей идет 2-3-11. То есть это 5 на 11. 8-10, они же 3-5
10 Унуки, 6-0 на 10 Легия. Спиди единственный, кто играет в этой команде в сегодняшнем матче против LDLC. А еще клан Мистик впереди. Но если те послабже и там зависит все от Кенниса, то здесь Хэппи уже показывал себя не раз. Так, ну тут просто подмастил Крис Джей, но нормально взял контрол. Руки убил, аркад дуга, минус Спиди. Бомба упала. И голландец должен тащить один на своем горбу этот раунд. Но, как видим, кроме двух фрагов и занятия Б-планта ничего не вышло. 9-3. Безумие какое-то. Просто безумие. Где та команда, которая вот играла буквально недавно и показывала нам... Так, хоть погромче будет. Где та команда, которая играла и показывала нам безумный КС? Я ее не вижу. Я ее не вижу. Вот. Совсем не вижу. Ну, может, они просто со стендином, конечно, тренируются. У меня есть такая теория, но я как-то сильно очень сомневаюсь, что тут решит все стендин. Что все из-за стендина. Скорее всего, они просто сами себе, не знаю, палки в колеса втыкают. Так, Леги, почуял неладный, ушел. Пошел в дом. Но тут из неладного стоит только Узи, которого бы он по... Ну, если по уровню посмотреть, он его должен перестреливать. Но позицию Узи тоже так себе мог занять. И сейчас, если Квикли, например, сделает... Да, разменивается флешками. У Квикли нет АВП, поэтому выпада на центр не делается. Немецкая команда перетягивается, оставляя Легию на 15 на другой плент. Легия тормозит. Ну и здесь Б-плент должны уже заходить игроки атаки, но медлят. Ну вот побоялись идти в дым. Легия сносит маньяка на Б1 хэппи и ошибаются французы. Вот ошибаются французы именно на Легии. Хэппи просто сейчас не дадут играть, дает флешку, в него залетают все префайеры. Он забивает хотя бы парня в спине, выводит ситуацию на численное равенство. Его тиммейты вот сейчас сыграли, правильно поспешили. Минус Крис Джей, не дали сделать фазум. Есть кафель, белый стоит Апсен. Япикс пользуется этим случаем, парня с фейспалмом забирают сразу. И это был реально фейспалм от команды Mousesports. Неуверенная пассивная бомба, без какой-либо попытки выбить церковь. И 10-3. Тут уже попахивает разгромным счетом в первой половине. Скорее всего, именно LDLC демотивирует Mousesports. У нас клан Мистик, тебя могут побороться, но все зависит от карты. Опять же, у меня от Инферно уже глаза болят. Не знаю, как у вас, но будем надеяться, что это временное явление. Так, Твиттер. Еще один отклик. Привет, Тафи. Пусть крепится во время финалов в ВГ-лиге. Ему написали 19 000 сообщений в ЛС. Ну, бывает и такое, да, вот 19 тысяч, это, да, тоже приятная цифра. Просто он такой человек, редко сидит в социалке. Я тоже ей вот перестал пользоваться. Так, ну вот так вот позиция УЗИ работает. Ну и дальше выходить, тут Тапсон должен наверочку отстреливать. Надо было префайром открываться, его тиммейты, в принципе, ничего не сделали. Прикрыли ему спину, типа прикрыли спину. Размен на 3 в 2, и, по-моему, это будет выход по коврам до упора. Да-да-да, маньяк в пункте. И вот сейчас просто минус маньяк. 2 в 1 за секунду. Опять Квикли последний. Ну, Team LDLC так уже второй раз ошибаются, оставаясь на планете. Один начинает жопой елозить прямо на точке. Второй думает, что бы сделать. Так, ну вот если бы Квикли был уверен... Нет, подобрал просто все гранаты, забросал Крис Джея. Бомба, кстати, стоит в дым. Он... Опа! Опа, чё? Вторая флешка. Он знает, что Тапсон в песках, а вот Крис Джей может его просто подловить. Топает Крис Джей. И да, перекрестный огонь работает от Mousesports на верочку. 10-4. Ну, 10-5 можно сыграть. Тоже зона комфортного счета присутствует для Маус. Но я в их защите пока сомневаюсь. Ой, как сомневаюсь. О! О! Что-то эти... О-о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 -
и его руки в брюках, но зато... Ну, тут на самом деле не видно ни хрена. Ну как, он видит кар, но типа дальше кара никого нет. Ой-ой-ой, как они этот дым миновали сурово. В этот момент на тоже есть, посмотрите, истерично. Ох, сейчас будут загонять. Да, попали плотно по Кьоле.
Вот он отважный парень, посмотрите, как играет. Смотрите, думает, что убьет. Но вот знают же, как ты стреляешь с АВП. Ну, Вася, ну не гони, ну просто уйди, сыграй пассивно закрыто, дай под себя дым, и все с тобой будет в порядке. Нет, надо отдать Б. Но это фейк. Маус не торопится принимать решение, стягиваться, и понимает то, что сейчас, скорее всего, немцы будут пытаться их разводить, потому что убили одного защищающего Б. В итоге немецкая команда перетягивается, но очень-очень медленно. Нуки заходит на шифте, буквально на шифте в Б-плент. Тимол DLC сохраняет позиции на А, и уже три игрока атаки находятся сейчас на Б-пленте. Вот так вот дохнет маньяк, просто как маньяк. Ну и LDLC, в общем-то, здесь могут не взять. Ну, хэппи чё. Хэппи против Нуки. Ждет своих тиммейтов. Дефузы есть. Так, дефузы есть. Да, у всех троих есть дефузы, поэтому можно и подождать. Граната, которая взрывает всех куриц. Кстати, здесь разводят. Разводят. Не знаю то, что Нуки стоит именно в этой позиции. И, как видим, это зарешало в его ситуации. 10-5, первая половина. Все-таки Мауспорт стараются и доводят дело до логического завершения. Но, опять-таки, не до конца. Не до конца. Могли взять больше раундов, если бы вот эти пистолетки, которые... Если бы вот эти пистолетки, которые им доставались и не доставались, и были проиграны. Короче, если бы они не отдавались против Эка, то все было бы у них нормально, и счет был бы куда круче, чем сейчас. Но, видимо, вот поздно они одуплились. Но, тем не менее, хоть что-то это лучше намного, чем просто бездействие абсолютное. Поэтому я надеюсь, что все будет окей. Так... ОБС классная штука, но иногда у меня просто зависает. Плюс эксплит платный. Да, друзья, я вам скажу, что эксплит сейчас стал полным просто говном. Они там стали зарабатывать деньги вообще на всем, чем можно. Это тупо бред. И помимо этого, они еще свою программу просто изуродовали полностью, что половина софта, который самописный, да, и люди, которые сами пишут и стараются для трансляции как можно лучше, они просто заблочили эту возможность. Короче, эксплит становится каким-то монополистом, поэтому я буду ожидать вот с нетерпением какого-либо, не знаю, какой-либо другой альтернативы, чтобы пересадить вообще всех бродкастеров на эту программу, потому что хватит эксплит кормить. Они там заработали свои миллионы и дальше сидят, пилят бабки. Хотя качество их продукта не улучшилось ни капельки. Ничего там не сделано для КС-трансляции, ничего не сделано для... Ну, вообще никакого дополнительного софта, кроме StarCraft, какого-то скорборда и все. Так, ладно, 10-5 счет, первая пистолетка, Тимол DLC зашли на 15, моментально ушли, поняв, что там пассивный дефенс, и продолжают халдить на втором медле. Немецкая же команда немного нервничает, вот на Б спиде плюс леги, а Нуки 15. В общем, французы пока не понимают, что хотят, но если посмотреть сюда, то становится ясно, что это будет ВДВшечка. ВДВшечка это раньше называлось. Ну, три зашли, два с двадцатки, флешки полетели, и надо бить пески, туда падает молотов, да, расправляются с песками. Плент за секунду просто сжирает, Крис Джей, Нуки и Тапсон отдают А базу за один присест. За один, не знаю, за один прыжок, вот, даже так можно сказать. Леги играет крайне скиллово, и Спиди остается. Ну, Спиди это единственный тип, который убивает тумашек. Вот в последних матчах это был реально единственный чувак, который убивал. Про Нуки я промолчу. Он убивает только когда додаст 2, и когда он остается 1 в 4, и когда на него бегут просто в одну сторону. Так. Так. Оу, слэм, я в телеке. Грян, вот скажи мне, кто лучший авейпер по CSGO. А я не знаю. Нет лучшего авейпера. Нет лучшего снайпера, так же, как нет лучшего игрока. Потому что вот в игре типа КС, ну, вот статистически можно определить лучшего игрока, я вообще не спорю. А так это, по-моему, дело турнира, дело чемпионата, дело команд. И по статистике можно посмотреть на Халтиверге, кто лучший. В каких-то конкретных моментах, да, в каких-то конкретных вариантах. Вот, например, HellRaisers команда часто регулярно следит за рейтингами своими. То есть они там наблюдают, кто как отыгрывает, наблюдают все рейтинги, которые даются. Так, ну вот видите, Нуки даже не выстрелил просто сейчас. Очень обломно. Узи 1 на Б. Оу. Это вы просверлили его сейчас очень жестко. Ну, короче, LDLC рассосались по карте, и это очень плохо, потому что вместо... Ну, 40 секунд как бы остается. Здесь надо либо...
группироваться и выходить, либо что-то делать. Но они принимают весьма нестандартные решения. Они просто зайдут сейчас в спину. В итоге хилпас Б-плента уже близко. Спиди дает флешку. Эту флешку слышали. Нуки. Нуки! Ну, в последний момент, говорю, вот когда он сидит на пукане, он убивает. Но здесь 2 в 2 и 2 в 1. Бомба ставится. Пытается Легия Диглом догнать красного Апекса. Тот в рубашке родился. На таком везении уходит с опасной позиции. И пытается поставить пачку. Берет Галил. Начинает жать. Но, слава богу, Хэппи отходит от фейспалма. И счет становится 12-5. У Mousesports теперь точно нет шансов. Но укрепление на пленте практически сработало. Ну, вероятность была, на самом деле, достаточно высокая, чтобы этот раунд достался им. Так. Так, читаю дальше твиттер. Напряженные матчи сегодня. Ну, такие, а чё никто не играет карту до Тускана? А чё никто не считает правила SLTV Star Series? Знаете, у нас есть такая проблема на StarLadder'е огромная. У нас в аматорке играет много команд, но так как я общаюсь регулярно с Вейсом, соответственно, да, который курирует... Аматор, он там главный судья, он говорит, что там попадаются такие типы, которые, получая техническое поражение, начинают тебе говорить, что ты сейчас вообще просто мы тебя тут порвем, потому что ты не прав. А когда их судья отправляет читать правила, они их читают и не понимают, что там написано. Когда там написано на русском языке. И команда из России. Как это назвать? Как это описать? Поэтому вопрос про карту The Tuscan, вот он такой же, как прочитать правила StarLadder'а. Спиди. Так, ну что, немцы сейчас могут ворваться на Б, на самом деле, но бомба, посмотрите, где находится. Она лежит в медле, и, ну, на полтора. Ее забирает Апекс. Ну, Б проломалась, там остался Спиди, Крис Джей в библе. Все, забрали Спиди, бомба Б бежит, Крис Джей, не знаю, в космосе просто. Ему надо срочно в кофешоп, наверное, подзарядиться. Как ножку закинул, а? Как ножку закинул! Крисуха, братуха, 13-5. Ну и, по-моему, команда Mousesports решила здесь не напрягаться особо сильно, потому что впереди у них еще одни французы. На этот раз это французский клан Мистик. И там-то... Ну, там у Mousesports, я считаю, шансов намного больше, чем у клан Мистик. Ну, первое. LDLC состав крепче. Состав крепче. Здесь есть очень плотные штурмовики, которые хорошо попадают. Снайпер нереальный, который пока, по-моему, в поиске себя, судя по статистике, 14-13, обычно этот парень разрывал. Так, DJ. Вот когда на разменах проигрывается такое, это уже как бы показатель мастерства игроков атаки. Но тут они отдали бомбу и загнали себя в ловушку. Уверенно стреляет Тапсон и остается последний Хэппи, который так шифт и не снял. Палец шифта убери. Твои убрали, ты не убрал. Ну и он стоит и что-то ждет. Ну будет тащить, красавчик. 100 хп есть, но оппоненты все тоже сотые, поэтому шансов потащить тут как у собаки, чтобы пятая лапа выросла вместо хвоста. Вообще отличная идея. Просто блестящая идея. Бомбу проиграли, лезет под зелок, я не знаю. Ну вот он ничего мне не придумал, походу. Уж лучше, по-моему, пойти и, да, в драке сдохнуть, чем вот так. По крайней мере, я так всегда думал. Так. А ты общался уже со Шерпо, с Синипов? Как настроение? Да плохое там настроение у ребят. Как настроение у ребят? Они проигрывают самый важный матч, наверное, за последнюю неделю. И это реально очень важный матч для них, в первую очередь. При том, что проигрывают это все на ошибках, которыми пользовалась команда НИП. То есть ошибки они, естественно, все понимают. Я единственное, я только там пообщался с Мариком по поводу вот того раунда на, с коврами, когда они вдвоем принимали, их просто раскидали на пару. И почему эта флешка такая супер целеустремленная была, которая затормозила вообще весь процесс. Так, ну что, LDLC не вышли на Б, побоялись Легию, испугали его, конечно, по-страшному. Осталось 34 хелса. Идут на главку. Маус уже готовы сейчас устроить им горячий прием, как говорится. И я не просто так это говорю, тут будет брошенный хае. Вот она, главочка взрывается, Апекс красный выходит чекать. Под 47 секунды отдаются ближние позиции. И атака, в принципе, играет пока. Ну, это как пазл собирается, да? Ну, выход 15, шанс. Это шанс, но здесь нуки, как бы, и этот парень может попасть. При том, что он будет играть очень грубо. Да, ну вот такая грубая флешка, прям даже
Не такая красивая, как до этого. И выход на 15 обломали. Пробует зайти Б. Нуки падает. Спиди минус Узи. Но Легия не теряется. Легия стоит до последнего. Отстрел катушек. Идут за Узи. Ах ты ж, Легия! Ну, Легия заставил просто сыграть сейчас. Опс! Чуть-чуть пули не хватает, чтобы добить маньяка. 2 в 2. 2 в 2. Два с дуги маньяка загоняют. Хэппи на хелпе. И я не знаю, маньяку надо как-то жить. Еще есть одна граната. Если Тапсон ее бросит, он будет героем. Хэппи. Ого. Ого. Мин. Все. Все. Это ГГ. Это ответка от маньяка. Нет! 1-1. Крис Джей спрей в дом сразу. И подшивает Хэппи прострелом. 13-7. Team LDLC делают безумно сложный раунд. Но играя невнимательно, играют невнимательно. И за счет этого его проигрывают. Вот минус за Б3 надо было делать практически сразу, как занимали Б-плент. Не знаю, почему они остались стоять и долго думали. Видимо, волновались. Видимо, они боялись то, что их могли поджать. И хелпа могла прийти намного быстрее, чем они думали. Но опять же, то, что Маус решились на пуш 2Б с дуги, это поздней стадии раунда, несомненно, риск. Просто их мог отрезать один тип, который бы там остался. Ну, например, Хэппи мог за это время просто перестроиться с хелпы на дугу и закрыть своего тиммейта там из какого-нибудь цемента. Так, ну и французы будут играть сейчас на чешках. Маус-порс их ждут на контакте, закидывает один, второй открывает, они играют под флэш. И Спиди еле-еле уходит, едва живой. Ну, тут минус 3 свои дает, минус 2. Двайс, правда, отдал. Молотов Б3. Ну, чтоб маньяку жизнь сказкой не казалась, он пытается реализовать девайс. Хелпи Апекс. Без шансов. Бомба встанет или нет в этом году? Не, все, церковь занята. Легия держит под напряжением. Тут не до бомбы, как говорится. Тут надо драться. И французы разваливаются очень быстро. Хороший ретейк от Маус Спортс. Бомба за Б3 стояла весь раунд. Это провал, на самом деле. Большой, огромный провал. Ну и статистику давайте смотреть. На 22-м раунде 24 на 12 Хэппи, 20-13 Апекс, Узи, 16 на 10, 15 на 16. Вот смотрите, какой Квикли сегодня просто недобор. В 6 фрагов недобор. Это 6 типов, которых он должен был убивать, но сегодня оно не летит. Сейчас расправляется со Спиди. Аркада на центр, ошибка от Маус. Ну все, вот сейчас можно с уверенностью сказать, что Маус наигрались вообще в этом матче. Если рискнули поджать против французского среднего темпа, это уже показывает, что у них, по-моему, они не готовы просто. Так, ну вот Легия здесь принципиально накрывает Узи за сеном. Вылезает Хэппи из ямы и раскидывает просто двоих на медле. Остается последний на Б Тэпсон. Ну и Тэпсон стоит и ждет. Ну, Хэппи его, по-моему, сейчас добьет. Нет, не добивает, но минус 50 дает. Короче, все, бомба А и 14-8. Ну, Тэпсон что-то ждет. Да, давай флешечку, да-да-да. Флешка, тебя тут ждут трое, посмотри. Да, все в яме сидят. Передай привет мобилизированным пацанам. Всех ротой смотрим. Чем вы всех смотрите? Авермедиа хорошая вещь, но дороговатая, вот мне пишут. Ну, друзья, Авермедиа, она, мы пользуемся и Авермедиа, да, у нас все... У нас, говорю, у нас полноценная студия. Просто полноценная. То есть это все можно сделать, доделать, поставить, довести до ума. Пользуемся карточками Авермедиа, чтобы Xsplit не нагружать, потому что Xsplit реально стал каким-то днищем последним на фоне софта, который сейчас выходит. Карточка — это единственное, что пока удерживает... Карточка и флеш — это единственное, что пока удерживает наши трансляции на Xsplit. Скоро увидят по-любому софтина, которая перебьет этих жадных. Кстати, главный разработчик русский, и он, по-моему, настолько жадный, что я даже готов поспорить, что прожил он всю жизнь в Израиле, а паспорт у него, фамилия просто русская осталась. Так, ну что, выход пошел сейчас на Б-плен, давайте смотреть. Так, Легия, Б3, Спиди в темке, и атака начинается прямо сейчас, закидывается главка. Смотрим, что будет делать Апекс. Так, его задача, все, выполнена. Прошел кафель, прочек энд плент, но... С Б3 ничего не понятно. Идут к катушкам. Так, ну вот то, что в темке, это, конечно, плюс. Пока ищут, потеряются. Спиди падает моментально. Б3 пытается выйти, постреляться. И это ошибка от Легии. Какие тайминги. 15-8. Готов я сказать сейчас на все 100. Вот Крис Джей дает какой-то... дает просто пулю с ВП в дым. И в ответ получает сразу же такую... такой просто по щам. По щам привет. Тапсона тупо пушат. И все, что может придумать сейчас, по-моему, Нуки, это просто пойти и задефузить эту бомбу. Вот сорвался у него второй с прицела.
По третьему попадает. Ну вот еще бы одного, и можно было бы брать раунд. Ну, Нуки. Какие ситуации просто попадаешь, а? Вот третий был реально близко. Вот рандомная пуля. 15-8. Ну что, как видим, Mousesports, несмотря на то, что они были в зоне комфортного счета аж три раза, не смогли, к сожалению, не смогли просто противостоять вот этой вот французской напористости. Я уже начинаю заговариваться после трех дней марафона на SLTV Star Series по 5 матчей. Ну и это показывает нам только то, что... Хорош маньяк. Это показывает только то, что Маус пока не готовы. Но состав у них боевой. Есть Спиди, который показывает действительно шокирующую игру. Ну вот как вам 17 на 18, 3 MVP, 48 очков, при том, что вся его команда пока что где-то на днище находится. Ну, по дну никто не скребется. На самом деле все планово. Просто на Инферно, ну, не могут больше 8 брать Мауза. Ну, не могут. Да, карта французов, да, они ее хорошо играют. У Mousesports с ней проблемы. Стоит это признать. Но это вторые по силе французы. Если расставить силы так, что топ-1 Франция — это Титан, топ-2 LDLC и топ-3 Клан Мистик. Хотя на самом-то деле Клан Мистик могут обыграть Титанов, LDLC могут обыграть Клан Мистик, и Титаны могут обыграть и LDLC, и Клан Мистик. Так что сейчас будет более напряженная встреча, и надеюсь, она для Mousesports закончится куда с более приемлемым счетом. Ожидаем Mousesports, Клан Мистик через 5 минут 6 секунд на SLTV 5 канале.